Наиболее вероятный победитель выборов на пост мэра Киева Виталий Кличко уже присматривается к будущему рабочему месту. Лидер партии «Удара» смотрел здание горсовета, которое с момента февральского переворота занимают сторонники Евромайдана. Итог ревизии следующий. Сессионный зал для заседания непригоден, система голосования поломана, мебель и техника разбиты. Чтобы мэрия начала функционировать, потребуется капитальный ремонт. Но для начала помещение придется освободить от активистов Майдана, которые, как и с баррикад, на главной улице украинской столицы уходить не торопится. На Крещатике недавние единомышленники встретили Кличко серией неудобных вопросов. Вам спросили конкретно. Вот Крещатик, вот баррикада. Вы решили, что она свою функцию выполнила. Вы вчера, еще никто не закончил голосовать, а вы уже решили, что она свою функцию выполнила. Вам не кажется, что как минимум слишком быстро и как минимум не посоветовавшись? Я никаких решений не принимаю.